Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вас приветствует Радик, строительной компании Илькимяпы. Мы сегодня приехали вот такой пляж. Район называется Мезетле. И сейчас мы хотим вас познакомить с нашим новым проектом, который будет называться Майами. Это тоже район Мезетле. Давайте добро пожаловать в путь! Именно вот на этом участке Илькимяпы начинает строить свой новый комплекс под названием «Майами». Начало строительства 30 июля 2023 года. Завершение строительства. Проект рассчитан на 3 года. Завершение строительства будет 30 июля 2026 года. Вот на 16 тысяч квадратных метров будет располагаться 5 блоков по 15 этажей. Планировка квартир 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1. На территорию комплекса будет открытый, закрытый бассейн, спа, сауна, хамам, детская, спортивные площадки, а также кафе, садовое кафе, мини-зоопарк свой будет также, ботанический сад, озеро небольшое искусственное будет на этом же территории. Также будет конференц-зал, мини-маркет для собственников этого комплекса, детский сад ясельного типа, прогулочная зона, открытые, закрытые парковочные места для собственников также. Дорогие друзья, наша строительная компания Илькимяпы всегда сдает квартиры чистовой отделки. Базовую стоимость входит входная дверь, межкомнатные двери, полы и ламинат, стены окрашенные, подвесной потолок. Также шкафы, кухонные гарнитуры, полностью оснащенная ванная комната. Этот район открыт для ВНЖ. Для получения ВНЖ в нашей строительной компании показывает оценочную стоимость больше 75 тысяч долларов. Потом до конца июня у нас идет акция. Первоначальный взнос у нас 35% от стоимости квартиры. Также мы нашим покупателям делаем 5% скидки от стоимости квартиры от нашей компании, строительной компании Илькимяпы. Ждем ваших звонков. Пишите нам, звоните, подписывайтесь. С вами был представитель строительной компании Илькимяпы Радик. До следующих встреч! Хочу вам сказать несколько слов об очистных сооружениях, которые находятся в 100 метрах от комплекса Майами. Это современные сооружения, так называемые системой нулевого сброса, системой SIS, отвечающие требованиям существующего водоохранного законодательства и учитывающие специфику климатических условий региона. Системой непрерывного мониторинга сточных вод, которые постоянно контролируются Министерством окружающей среды и экологии. Дорогие друзья, буквально 2 минуты от нашего комплекса находится, вот смотрите, магазин «Шок», кооператив «Туркмаркет», потом дальше там вот 101 магазин, еще какой-то частный маркет там есть. Здесь вот с левой стороны магазин «Бим». Там недалеко от нас искусственное футбольное поле. Несмотря на то, что здесь новый микрорайон, как вы видели, земля очень дорогая. Здесь есть автобусные остановки. То есть до центра доехать вот на таких мини-автобусах буквально 10 минут. Вот видите, везде останавливаются
Вот женщина махнула рукой, автобус остановился, женщина садится, дальше поехали. Еще раз повторяюсь, до центра города, от нашего комплекса Майами, буквально 10 минут до центра города. Микрорайон Мазетле считается одним из самых дорогих микрорайонов. Это, конечно, не береговая линия, но этот микрорайон считается элитным. Здесь расположены и закрытые клубные поселки, роскошными виллами, очень дорогая земля в этом микрорайоне. Недалеко от нашего строящегося комплекса Майами находится вот этот соли-центр, так называемый, торговый центр. Здесь такие брендовые, вот де-факто, Cotton, Kennex, Thunderjack, потом Mavi, Polo также. Также вот здесь очень много банкоматов. Также можно покушать. Вот здесь написано «Семи царае», «Дания дюнер». Потом буквально метров 200-250, наверное, находится городской пляж. Thank you.
Audio Jungle. Audio Jungle.